Ну что, ребята, привет-привет! Как у вас дела? Итак, мы начинаем новый челлендж. В этот раз я думаю, что я тебя выиграю. Ты? В прошлый раз я проиграл в одно очко, и я опять потренировался. Итак, я предлагаю сразу начать челлендж. Итак, это все наши тоботы или не все? Но мы вот здесь вот себе немного раздвинем полянку. И мы здесь начнем играть. Итак, я буду трансформировать первым тобота Тритана. А кого выбираешь ты? А кого? Одного? Не, давай тогда ты Титана, так будет справедливо. У тебя Титан, у меня Тритан. Итак, на старт, внимание, марш, поехали! Итак, быстрее, тренируемся, открываем. Вернее, я тренировался много, но кажется, тут немного несправедливо, потому что у тебя две машинки, а у меня целых три. У меня тобот X, Y и Z. Ребята, напишите в комментарии, какой ваш любимый тобот. Кого вы хотите трансформировать? Итак, быстрее, тоботы. Раскрывайтесь, трансформируйтесь. Что ж такое? Ничего. Когда торопишься, я понял, ничего не получается. Надо сильно не торопиться. Так, надо стараться. Ноги. Так, у меня уже ноги. Это рука. Так, две ноги. Ой, я, кажется, не в ту сторону ноги ставлю. Что ж такое? Ты уже собрал. Эх, что ж. Так, Титан все-таки победил Тритана. Я думаю, потому что там две машинки, а у меня целых три. Итак, Тританчик. Вот такой вот у нас Тритан. Что, счет? 1-0. Я опять проигрываю. Так, давай выбираем следующего тобота. Я не буду его дособирать. Убираем. И выбираем следующего. Так, тоботы мини, да? Так, у тебя тобот Y Evolution, а у меня тобот R пожарная машинка. Ну что ж, на старт, внимание, марш, поехали. Кто быстрее? Итак, надо достать еще у него из руки его пожарную тушилку. Закрываю руки. Так, ноги его соединяю. Ноги соединяю. Дальше что мы делаем? Как он превращается? Что уже? За 4 секунды, а не минуты. Очень быстро ты его собрал. Да, я тебе проиграл, скажу тебе честно. Так, ну вот такой вот тобот R пожарный. Я не буду его... А, я уже собрал. Так, итак, счет 2-0. Я пока проигрываю вчистую. Ну что ж, давай выбираем следующих тоботов. Так, ты выбираешь Квадрана, а у меня есть сюрприз. Смотри, это черный Квадран. Ты его еще не видел? Не видел, вот такой вот черный Квадран. Вот смотрите, он черного цвета. Это одинаковые Квадраны. И мы сейчас попробуем собрать их. Итак, ты будешь какого Квадрана собирать? Черного? Тогда я буду обычного. И посмотрим. И посмотрим, кто будет быстрее. Ну что, какой Квадран круче? Какой круче выглядит? Черный, конечно, черный круче. Итак, на старт, внимание, марш, поехали! Сейчас все справедливо, у нас абсолютно одинаковые тоботы, и никто не скажет, что... Так, дальше, быстрее! У меня не отсоединяется, все, я отсоединил. Что, у тебя тяжело отсоединяется? Так, открываем, закрываем. Кто у нас остался? Итак, у меня... Тобот W, W кто-то называет, а я его называю W. Закрываем. У меня уже три машинки, так что я почти готов. И у меня осталась одна пожарная машинка. Сейчас я ее дособираю, и победа будет за мной. Хоть один раз мне надо же победить сегодня. Итак, Тобот R. Все, ребята, я победил. Черный тобот был очень тяжелый, а мой уже как раз я умею его собирать. Так, давай я тебе помогу, он не снимается. Это новый тобот черной машинки. Точно, этот новый тобот еле-еле снимается. На, закрывай его, а я тебе помогу собрать R пожарную машинку. Что у тебя получилось? Ну что ж, вот я и дособирали мы черную машинку R.
Итак, счет 2-1. Довод Квадран. Я победил. Да, они одинаковые абсолютно, только разного цвета. Один черный, а другой разноцветный. Так, убираем этого довода. Я напомню, счет 2-1. Итак, кто у нас следующий? Следующего выбирает тобота быстрее. Я выбираю тобота. Давай мы возьмем вот этого. Я возьму себе тобота Т, а ты возьмешь тобот К, внедорожник. На старт, внимание, марш, поехали! Напоминаю вам, ребята, что счет 2-1. Пока что я проигрываю. Но я надеюсь сейчас отыграться. Так, быстрее, быстрее. Трансформируем, доставай руки. Так, я разбираю его. А ты собираешь машинку. Оп, оп, ноги закрыты. Вот мой тобот. И у меня. Я считаю, что это ничья. Я правильно его собрал? Так, что-то я не то. А, вот, я, кажется, чуть ошибся. Ну ладно, давай это будем считать ничьей. Счет 3-2, пока я проигрываю. Так, убираем это в кучу. Следующий тобот, следующий кто у нас? Так, вот я вижу, вот этот тобот X. Какой это тобот? Да, это тобот X приключения, у него есть топорик. Давай, тогда я буду тобота X приключения, а ты тобот W. На старт, внимание, марш, поехали! Я должен собрать его в тобота, трансформировать в тобота, а ты должен собрать его в машинку. Итак, пока я проигрываю со счетом 3-2, но я надеюсь отыграться. Как же он открывается? Ага, все, я понял. Итак, мне осталось вставить ему топорик. Все, я готов. Ну все, счет 3-3. Ничья, пока что ничья. Так, убираем давай их, потом дособираем. Следующий кто у нас? Дальше у нас идет тобот В, тобот Почтальон и тобот W. Еще один тобот W. Так, ты берешь тобота Zero, тогда я беру Почтальона. На старт, внимание, марш, поехали. Итак, я хочу вам напомнить, что пока счет 3-3, смогу ли я отыграться? Так, первый раз в жизни выиграть. Так, пока что у меня получается собрать. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Вот он, осталось мне здесь ему подсоединить. И все, и у меня все, и у тебя все. Так, ну показывай своего Zero сейчас. Да, точно, все. Итак, у нас ничья. Счет был 3-3 и стал 4-4. Вот такой вот счет. Так, убираем этого тобота. Дальше переходим к следующему тоботу. Так, у тебя кто? А, у тебя тоже тобот Y приключения. А у меня тобот W. На старт. Внимание, марш, поехали. Собираем наших тоботов. Отсоединяю кабину. Так, быстрее. Так, а я в кого должен собрать? Я должен в самолетик, да, собрать? Я уже запутался, ничего не понимаю. В розовый вертолетик. Так, я поворачиваю. Так, а у меня даже отпала нога. Ну что ж такое, ты победил. Итак, счет стал 4-5 в твою пользу. Давай, я тебе предлагаю, кто у нас еще из тоботов мини? Это тобот С полицейский и тобот З. Кого ты будешь собирать и разбирать? Выбирай, я тебе предлагаю. Тобот С полицейский? Круто. На старт, внимание, марш, собираем их машинки, быстрее, поехали! Быстрее, быстрее, не тормозим! Так, а как его собирать? Я совсем не помню. Что, у тебя уже готов? Подожди, куда ты разогнался? Ты и так выигрываешь меня за счетом 5-4. Так, я что-то ничего не понимаю, этот тобот у меня не собирается. Смотрите, какой тобот Z сложный оказался. Почему он не... А, вот. Так, что у тебя получается? Немного притормози. Все, счет 6-4. Мне немного не осталось собрать тобота мини Z. 6-4, вот с таким счетом я проигрываю. Так, что, кто у тебя следующий?
ты решил огромного Тобота Икс собрать? Но старт, внимание, марш! Так. Куда, куда? А, у меня все, у меня уже открыт Тобот. Так, начинаем разбирать. Это самые сложные Тоботы. Так, он никак не разбирается, не понятно. А, вот, вот, надо было у меня начать с ног. У тебя получается? Ну, это сложные Тоботы, ты сам их выбрал. Так, я пока проигрываю со счетом 6-4, хочу вам напомнить. Но я надеюсь сейчас отыграться, потому что это сложные Тоботы, и ты, наверное, не умеешь их собирать и разбирать. А я умею, потому что я тренировался как раз с этими Тоботами. Так, надо его развернуть. Да что ж такое, какие они сложные. Выскочили ноги. Так, кажется, я уже почти собрал. Что-то получается. Так, а у меня надо опустить вот эту вниз. И присоединить сзади запускатор. Как он присоединяется? Все. Да. Ребята, посмотрите, вот это был. Это полутопок, полумашинка. Ноги есть, а голова машинка. Так, но я думаю, в этот раз я победил. Я чуть-чуть сократил отставание. Счет 6-5. Давай переходим, кто у нас дальше остался? А у нас остался огромный Дельтатрон. Он состоит из трех больших машинок. И вот не забывай, у него прицеп с его огромными ручищами. И Тобот. Гига 7. 6 машинок, 6 машинок. Так, подожди. 1, 2, 3, 4, 5. А где шестая машинка у него? Так, нет, это Дельтатрона машинка. Нету шестой. А, вот, все, я нашел. Все, 6 машинок и 7-й вертолетик. Итак, на старт, внимание, марш, поехали. Ну что, ты выбрал самого сложного Тобота? Я тебе сочувствую. Но мне кажется, давай я тебе помогу, как его разобрать. Смотри. Вот так вот. Ох, какой он тяжелый, ребята. Это вообще его не раскрыть. Так, зачем я тебе помог? Я же сам могу проиграть. Но он был очень тяжелый. На самом деле, не каждый сможет раскрыть такого Тобота. Так, у меня пока ноги. Ноги Гига 7. Вот я их подготовил. Теперь мне надо их соединить. Так, дальше раскрываю его голову. Смотрите, какой он крутой. Так, опускаем. Дальше сюда подсоединяем Тобота К. Вот отнимаем у него вот такой вот бампер, его снимаем. Закреплялки. Вот так вот соединяем Тобота К и Т. Вот так вот ноги у меня получились. Теперь подсоединяю сюда ноги. Так, неправильно, вот эти надо отсоединить у него. Ох, все, разлетается во все стороны, что такое? Так, вот сюда еще этого Тобота. Так, подожди, куда голова убежала? Давай на место. Возвращайся, голова на месте. Дальше, что у нас здесь? Дальше у меня руки. Ну что, у тебя что-нибудь получается? О, ты уже ноги открываешь, ничего себе. Шустро, шустро. Слушайте, это самые долгие Тоботы. Их дольше всего разбирать и собирать. Потому что у тебя огромные машинки, а у меня очень много. У меня целых 7 машинок. Так, руку одну и вторую я открыл. Мне осталось их подсоединить. Куда? А, опять нога отпала. Что ж такое? Так, подсоединяем ему левую руку. Теперь подсоединяем ему правую руку. Вот сюда вот защелкиваем. Так, руку, ногу. Теперь дальше нам надо подсоединить вот этот вот капот сюда ему. Подсоединяем. Дальше мы ему защелкиваем вот здесь вот по бокам колесики. Так, счет пока 6-5. Я проигрываю, но я хочу
Догнать тебе, мне осталось один тобот разобрать. Быстрее, быстрее, тобот Игрик. Что? А ты еще не подключил ему руки. А вот у меня все. Ну что? Вот такое вот оружие у Гига 7. Я правильно его сделал? Кто знает, ребята? Неправильно? А как оно делается? Нет, правильно. Так, ну что, у тебя получилось собрать? У тебя осталась одна рука. Давай, я тебе помогу. И хорошо. Я... Ого, как оно крепко здесь закреплено. Я сам не могу открыть. Ох, еле-еле открыл. Хорошо, ребята, засчитаем это за ничью. Итак, счет 7-6. Вот такой вот огромный Дельтатрон и Гига 7. Напишите, какой тобот самый крутой, Гига 7 или Дельтатрон? Все же Дельтатрон будет побольше, чем Гига 7. Ну что, ребята, вот такая вот огромная гора игрушек у нас получилась. Гора тоботов. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и поставьте лайк. Не забудьте поставить лайк, ребята, вы нас поддержите. Пока-пока! Пока!